подводят итоги президентских выборов и в промышленных районах Якутии. 34 избирательных участка закрылись в Нерюнгринском районе. Члены участковых комиссий уже приступили к подсчету. Если с самого утра, по словам наблюдателей, голосовать приходили в основном люди старшего поколения, то во второй половине дня большинство явки составили более молодые избиратели. Люди идут с хорошим настроением, потому что всегда играет музыка. Мы создаем, стараемся праздничную обстановку создать на участке. Очень много с детьми. По данным Нерюнгринской ТИК, на 18 часов проголосовала большая часть избирателей района. В Нерюнгринском районе проголосовало 32 019 избирателей. Это составило, значит, 59,33%. Несмотря на ветреную и морозную погоду, нерюнгринцы голосовали активно. Для этого на избирательных участках были организованы ярмарки, выставки, различные мастер-классы, культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых. Я пришел на выборы, чтобы выразить свою гражданскую ответственность. Выбор будущего, прежде всего, который зависит от нас. Наряду с выборами президента, жители Нерюнгри принимали участие в рейтинговом голосовании в рамках программы комфортной городской среды. Они определяли одну из представленных 4 городских территорий, которая в текущем году будет благоустроена как полезное общественное пространство за счет федеральных средств. Итоги этого голосования будут известны уже завтра. Это гражданский долг каждого человека. Это мое будущее, будущее моих детей и внуков. Показатели явки нерюнгринцев на выборы заметно подросли. По сравнению с 2012 годом, с прошлыми выборами президента, активность избирателей выше. Этот интерес избирателей связан как с ростом доверия к избирательной системе в целом, так и с тем, что президентские выборы традиционно считаются главными. Александра Цыбикова, Тамара Игнатьева, Екатерина Павлова, Аял Амосов, Вадим Барашков, Нерюнгри.